канале Alicia Pictures. И сегодня мы снова в Барселоне. Сегодня у нас новый день. Мы хотим показать при свете дня наш дом, да? Вот тут мы живем в этом доме. Вот за этим заборчиком там наше патио, наш дворик. И у нас при свете солнечного дня прекрасный бассейн, просто обалденный во дворе. Мы идем гулять в город. Это попугай! Вы где-нибудь такое видели? Ты идешь просто в магазин, а у тебя сидит попугай на дороге. Попугай зеленый, быстрый. Быстрый попугай. Вот теперь этот сидел на траве. Попугай, мы живем. Где они сидят? Да вон на ветках. Попугай. Мы идем из магазина на ветках попугая. Классно. Весело. Мы идем по улице под крики попугаев. Мы пришли на площадь Каталонии. Здесь так классно. Тебе смешно? Да! Поближе. Мы пришли на самую широкую улицу города, называется она Ла Рамбла. Здесь очень большое количество народа, естественно. Прошли всю Рамблу пешочком. Мы пришли к памятнику Колумба. Мы до него дошли, до этой красотищи. Уже вечер, но все равно очень тепло. Мы попробуем сейчас. Что мы сделать попробуем? Алисенька, что мы собираемся пробовать? Собраться на лифте или на чем-то, да? Мы сейчас хотим посмотреть. Пойдемте посмотрим, может, мы билеты купим? Тут, в глубине этих страшных пещерных камней, лифт. Я боюсь, там на вышине такой быть. Сейчас посмотрим, как там весь город выглядит. Да?
Okay. Выходим, вау. Подписывайся на канал Алисия Триксис.